Окей, давай разберемся со всеми. Знаете, я хочу поприкалываться пока что. У меня есть еще... А, ладно. Пока что не будем прикалываться, пока что мы кодеки будем слушать. Снейк, где ты? Извини, моя... Кто? Моя лодыжка, что ли? Думаю, можете? Я думаю, да. Ты в порядке? Слишком больно без SOP. Чувствуешь себя живой, так ли? Где Акебе? Он упал в океан. Снейк, я скоро тебя догоню, иди вперед. Извини, что заставил тебя ждать. О май фак. Снейк, ты меня слышишь? GW впереди на корабле, так что поторопись. Та фак. Вот эта херня мне сдалась, капец. Только 50%, 50% скидка, отлично. Так, на оружие. МК-2 пистол. Ставим вместо РПГ. Вообще, я хотел, знаете, что поюзать? Я хотел поюзать... Так, iPod можно убрать. Я хотел поюзать МК-2, который МК-3. Ок. Так, а что у тебя есть вообще? Классно, он подтягивается. Так, turn stealth on off. Electric shock. Привет. Привет. Ну, я поприкалывался зато. Так, подожди, давайте дальше прикалываться. Какая разница? Сейчас, подождите, я потом перезапущу. Так, где этот? Do a barrel roll. Фак, вот она. Иди сюда. Иди ко мне. Окей, погнали. Пока. Я не знаю, зачем я это делаю, но я просто поприкалываться решил. Вы поняли, ради двух ачивок. Ты серьезно? Ну так быстро засунул. Вау! Должен ли я наконец-то использовать рационы, да? Вау, супер стелс. Я погнал, короче говоря. О май фак. Не, реально я могу пройти? А подождите, а чё алерт-то не уходит?
То есть, если алерт начался, то алерт продолжается до конца, да? Ок. Окей, меня убили. Ладно, попробуем заново. Но я сразу предупреждал, что я буду прикалываться, хорошо? Я сразу предупреждал. Я сразу взял МК-3 и пошел, короче, запиливать всех нахер. Так, окей. А, серьезно? Ага, понятно, здесь сразу caution состояние, которое не снижается. Окей. Так, вот здесь же она может быть, да? Фак. Ну вот. Окей. Из состояния алерта не выйти, да? Никак, хорошо. Я так и не понял, в какую дверь мне конкретно идти вон ту, да? Привет, пацаны. Fuck you. Oh my god. Snake, are you all right? Snake? Snake! Ну блин. Она выскочила так нехило, конечно. Ну окей, окей. Я понял, куда. Потому что если начинается алерт, то Гекко приходит. Да вот же дерьмо, мне каждый раз надо переключать будет. Почему это один раз нельзя запомнить? Окей. Фак. Посмотрите, как она стала. Окей. Вроде никого на радаре. Ты что, издеваешься? Вы посмотрите, ну это что за читерство-то унылое, а? Ну как я их мог обойти-то? Это бред. Просто тупорылый бред. Я... Отлично. Это просто чушь собачья. А можно, Кодзима, пожалуйста, на голову мне врагов не бросать? Спасибо большое, Кодзима, мать твою. Охереть просто. Слева пойти, что ли? Да нет, справа тоже можно пройти, если ты знаешь, куда идти. Охереть просто. Вот это серьезно бред какой-то и дебильный. Кодзиме нельзя делать игры. Нельзя. Серьезно. У него получается дерьмо какое-то. Пусть он пишет только... А, нет. Ладно. Пусть он ничего больше не делает, хорошо? Просто ничего. Потому что это геймплейно, это просто идиотизм какой-то нахер. На голову тебе прыгают враги. Если ты не знаешь, что они там спрыгнут, ты не пройдешь.
Здесь идет Гекка, там прыгает Гекка. А может, вы мне сразу поставите, как это, как во всех играх, врагов на места, как бы, чтобы я их обходил? Нет, нельзя так сделать, нет? То есть они должны сверху спрыгивать, окей? Ладно, попробую сейчас что-нибудь изменить. Но и там самый легкий путь я выбрал, по правой стенке. Куда я зашел вообще? Меня бесит это уже, я не хочу... Зачем? Зачем? Твоя игра кусок дерьма. В нее играешь всего 6 часов, и ты нахер включаешь какое-то дерьмище. Здесь. Кодзима, нахера ты это сделал? Ты же не подготовил игрока к стелсу. Не подготовил, вот ни разу. Зачем ты пихаешь такую серьезную стелсятину-то? Бред. На, вот последнем уровне все испортить, ладно. Я подозреваю, это еще не самое плохое. Окей, все, я спокоен. Ждем, пока эти спрыгнут. Заучиваем левел. Так, вот сейчас еще здесь упадут. А, стоять. Может, я не знаю, по лестнице попробовать? Сейчас сразу засеку. Опаньки. Окей. Да засыпай ты уже, да ты... Охереть. А, все, уснула, да, херня? И все равно same shit, different day. Лол, это было очень полезное проползание сейчас. Так, ну мне нужно было хотя бы этих лягух убрать. Гекка-то я проползу. Вот только не надо в меня идти, пожалуйста. Все-таки он туда ходит. Сколько я здесь не стоял, он сюда не ходил. Надеем еще по дротику в голову, чтобы не просыпались. Дальше. Лол. Это было интересно. Почему он уничтожился? Мне стрёмно. Fuck you. Давай. Быстрее. Работаю большим пальцем, как только... Как быстрее, как могу. Так быстро, как могу. Фух. Я прошел. Все, сори за этот... Рейч, ну это реально было туповато местами, согласитесь. Когда эти врагов на голову сбрасывают, это туповато. Давайте на этом согласимся, хорошо? Кодзима норм. Но это было туповато.
Коридор, который ведет к JW, защищен энергетическим оружием, которое создает некого рода микроволны. Ты стал микроволной, и на этой частоте волны начнут полностью уничтожать людей, которые внутри находятся. Похоже, что отличная работа для меня. Окей, там есть микроволны. О май гад. Вот этот обход был по лестнице и по трубе, это был просто самый гениальный обход в истории. Вот этот вот шорткат. Окей. Что еще? Дима, ты бы уже запихнул там каких-нибудь квиктом ивентов в игру. Ты же видел Resident Evil 4, почему бы нет? Какая разница? У тебя рельсовый шутан есть, который на последней сложности хер пройдешь. Катсцены по 300 часов есть. Дайте угадаю, босс. Обычный босс, не изи-босс. Мерл. Мерл. А можно мне другое оружие сразу? Чё? О май гад. О май гад, серьезно, у меня патронов нет. О, боже ты мой. Я думаю, в чем проблема? Где еще? Where? Я не вижу, куда стреляет. Вы видите? Я нет. Что? А, наверху. А, what? И патроны, естественно, закончились. Я что-то иногда не понимаю, попадаю или нет? Иди нахер. Что-то меня плющит. Are you serious? Где там один из многочисленных рационов? О боже мой, можно закончиться? Holy fuck!
Может, все? Are you serious? Может, босса уже вы видите? О, наконец-то.